из песни Иеромонаха Романа, которая называется «Родник». По-моему, вот эта песня самая полезная для этой ситуации. Можешь спокойно мне голос добавить, чтобы я отошел от микрофона подальше. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихо, выйди скорей к моему роднику, осенью мягкой, осенью тихо, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый гроб, Русь нам оставила. Если глаза затуманились влагой, из родника поблищи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. Ты можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое, этот забыт кран, Русь нам оставила. Видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик. А если ты болен, прикован к постели, то пусть тебе снится слепый родник. А если ты болен, прикован к постели, целебный родник. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край, Русь нам оставила, этот забытый край, Русь нам оставила. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Я лавину контролирую.
расстояние. Он ловит. Он еще как ловит? Ловит очень громко и очень четко. Не, он не ловит вообще. Это там скажут. А вот мне ничего не кажется, вот он так не ловит. Мне прочитать без него. Так неудобно. Давай либо он, чтобы ловил на таком расстоянии, либо я просто без него. Ну потому что так неудобно просто совсем. Там вначале было вполне прикольно. Так, ну ладно. Бодренько. Семен, тебя ты знаешь, как слышно? Ну, понимаешь, когда с микрофоном, так с микрофоном или без того. Вот. А если с микрофоном, то сделай мне как под академической, будет удобно. Так, так. Я и сделал. Саня, не сделал. Ну, Деня, вот тут вот. Давай. Вот смотри, без микрофона. Давай. Ну и чего? Ну просто холл добавляется, а и что дальше-то? Семен, играю, все нормально. Неудобно, неудобно. Делаю не просто. Смотрите, спорщик Семен, вот без микрофона. Кирилл, скажи ему. Че, может, давай гармошку-то возьми? Давай. Давай, она. Давай, давай, с ми-минор, бери гармошку соль. Бери какую-нибудь еще. Где это? Отсюда, из угла. Еще мощнее грянул, еще честнее спел.
петь, еще там жесты не перезвонить вовся. Чтоб не кончались силы, чтоб отступала смерть, чтоб заполнялась песней наша земля, чтоб заполнялась песней наша земля. Господу Богу помолимся, древнюю быль возвести, как Соловка нам рассказывал, и как часовой печи. Господу Богу помолимся, древнюю быль возвести, как Соловкан нам рассказывал, иначе злой печери. Жил Кудеяр-атаман, много разбойники пролили крови честных христиан, много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Yeah.
Знаешь, анализ ми, минор, так что можешь оставаться с концерта с гармошкой соль. Не расставайся. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю небосного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что птица день за днем, то радость, то печаль, кому-то и вся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя, если вместе этот мир. Один из способ есть нам справиться с судьбой, один из только бурчих мельканий дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Сумел, взял и растворился, как
душой небеса измерить. Когда на земле не спится, то хочется в это верить. Будем лишь смотреть в его, все твердить, что смерть ни к чему. Уверять, что радостный взор во сто крат милей, чем укор. Семен Ильгуев у нас сегодня играл песни для Олега Стерха, в общем-то, его поддержку. Мы презентуем сегодня, ну, так, более-менее официально, вот, книжку, которую Олег, вернее, его друзья помогли ему выпустить. Ну, как всегда, тираж небольшой, и мы уже распространяли летом на концертах эту книгу. Но, тем не менее, вот сегодня, как бы, такой информационный повод.